Я запер 100 игроков в мире игры Fallout, дав им полную свободу действий и отыгрыша, с возможностью создать свои собственные фракции или вступить в уже существующие, ну или просто чилить в убежище. Каждый выбрал свой путь, и это привело к самым неожиданным последствиям. А за такую идею спасибо этому подписчику. Анонс ивента проходил у меня в телеграм-канале, а играл я на своем сервере, обычный Dark RP. IP я оставлю в описании. Мир Fallout — это мир после ядерной войны. Пустошь, одним словом. Поэтому я и раскидал всех игроков по этой пустоши, но какая-то часть из них могла выбрать, так сказать, родиться в убежище компании Vultec. Вот одного из смотрителей такого убежища я и решил отыграть. Приветствую вас, жители убежища! Как у вас... О боже мой, что там происходит? Человек раненых убил! Помогите! Тихо, хватит, говорите по одному. Товарищ глава, я считаю, нужно уволить неадекватного... неадекватного охранника, который стрелял тут и убил человека. Итак, по моим данным, кто-то из вас является предателем нашего убежища. Объясните мне, кто из вас предатель? Просто скажите напрямую, господи. Товарищ смотритель, я охранял вас около вашего кабинета. У него алиби, у лысого алиби, да. Я хочу сказать то, что я помог нашему убежищу найти предателя, который зашел в реактор и хотел его саботировать. Хорошо, конь, выходи. Я тут застрял, все. И у меня вопрос, почему все стоят тут, а ты стоишь тут? Может, ты предатель? Сэр, смотритель, я глава охраны. Другие охраняли, я обустроил убежище. У нас не хватает оборудования для медблока, а также у нас нет кровати. Объясните мне, кто из вас убил жителя убежища и за что? Я просто наблюдал за жителями. Подсчетом это что? Это что подсчетом? Как вы просили, робот отнес его в медблок, и там выяснилось, что у него был сахарный передоз с никоковым. Возможно, он умер от него. Робот-помощник? Неправда. Это же принес труп, я потом проверю. Никакого я не давал. Вот мы и выяснили, кто у нас предатель. Эмир, в карцер его! За предательство Vultec, за предательство идеалов демократии, а также за уклонение от службы и убийство человека, вы приговариваетесь к 10 минутам заключения в карцере! Пройдемте в карцер, товарищ. Хорошая работа, робот-помощник. Теперь убежище в безопасности. Как видите, жизнь в нашем убежище шла своим чередом, и мы неплохо, кстати, его обустроили. Даже карцер есть. В общем, мы безопасно жили своей жизнью, пока другие выживали и дохли снаружи. Однако, как и всегда, хорошие деньки имеют свойство кончаться. Ну, во-первых, насчет того, то, что наш автомат, на который выдавали еду нашим жителям, просто перестали работать по неизвестной причине. И больше не выдают еду. И еще там кого-то опять убили. Нам нужно починить автомат. У нас есть компоненты, нужные для починки автомата? Возможно, есть на нашем складе. Обязательно проверь склад. И что это за придурок тут сидит? Кто это? Здравствуйте, смотритель. Я уже ухожу. Проверь склад и доложи мне. Смотрите, у меня вот вопрос. Мы тут все мужики, и типа, как нас это... Мы гендерно-нейтральные. Я тебе повторяю, мы гендерно-нейтральные. Что непонятного? Ну ладно. У нас проблема. Не можем никак поесть. Робот говорит, поесть в автоматах, а автоматы не работают. Мы не можем поесть. Я в курсе об этой проблеме. Робот-помощник, что по поводу автомата? У нас есть необходимые компоненты для починки автомата? У нас есть только лишь запасной другой автомат, но он с напитками. Внимание, жители убежища! Весь наш рацион меняется на ядеркову. Мы будем питаться ядерковой. По инструкциям Vultec, необходимые компоненты для оборудования Vultec можно найти на специальных складах Vultec, а также в сервисных центрах Vultec. Они находятся снаружи убежища. Но ведь это строго запрещено. Я отправлю только одного человека на выход из убежища. Тихо! Я отправлю двух человек на выход из убежища. Одного охранника, который убил уже двух человек. Ты не заслуживаешь тут жить. Снарядите его ядерколой. Дай ему 10 бутылок ядерколы. Встаньте все в линию! Господи, вы серьезно так хотите выйти отсюда? Короче, ты пойдешь. Алекс Венс, я тебе дам камеру. Все остальные по своим комнатам пить ядер колу.
Твоей задачей будет найти компоненты для автомата с едой. Ну и по приколу еще найди водяной чип. А тебе не возвращайся сюда никогда. Надеюсь, вы справитесь со всеми тягостями этого ужасного мира. Все, проходи, проходи. Удачи тебе. Удачи. Все, быстро, быстро, закрывай, закрывай, закрывай. Там радиация, фу, 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 там монет, там монет, там монет, там монет, фу, фу, фу. Я пошел с вами, пацаны. В смысле? Там у нас один житель, по-моему, пробежал лишний. Покинул территорию. Да. Покинул территорию раз. Ты насрать уже. Так точно, очищайте территорию. Я как раз видел несколько, можно сказать. Так точно. Вперед, вперед, вперед. Кажется, это убежище Волтек. Я открою. Это райдеры, очистить. Кажется, еще кто-то внизу. Будьте наготове. Их здесь может быть много. Это наши! Господи! Парни, вы что дальше-то? Тут есть тостеры! Нету! Нет, но здесь есть пульт управления какой-то странный. Тут не открывается никак! Заходим! Что тут случилось? Стоять! Стоять! Всем стоять! Стоять, не убивайте их! Это же чудо-убежище! Ладно, вот этого можно! Что здесь произошло? Стоять! На пол! Всем на пол! Пять крышек на пол! Шутка! Приветствую вас, железные люди! Я... Смотритель убежища 007. Спускайся. Нет. Спускайся. Я, как смотритель убежища, должен быть сверху, так как я более выше, чем вы, понимаете? Короче, мне похуй, кто ты, чё ты, нам нужны тостеры. По распоряжению Волтек, убежище должно быть закрыто. Вы нарушили главное установление убежища Волтек 007. И за это вы будете отправлены в карцер. Стоять, пошли вот с роботом, сходим на улицу, он там пофоткает, тебе покажет, что там происходит, удивишься. Иди там за мной, люди зеленые. Я вам говорю, что вы должны покинуть это убежище немедленно. Мы пришли за техникой, а точнее за тостерами. Возьмите меня в заложник, возьмите меня, только не этот, не вырубите. Заткнись! Я тебе еще продам. Я приказываю вам уйти немедленно. Парни, железное братство. Давайте вот чуть-чуть отойдем, поговорим чуть-чуть. Парни, только на эскорточек не вставайте, я за вами слежу. У меня есть очень серьезная информация. Да, робот-помощник. Один из жителей нашего убежища устраивает бунт против всех. Серьезно, это действительно та проблема, которую мы должны решить прямо сейчас? Ребята, план Муха все еще в силе. Ай, черт! Черт! Нет! 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 Все, убежище аннигилировано. Идем. Пока мы сидели в убежище, много чего произошло снаружи. Стоять, ты что тут делаешь? А зачем? Гули основали свое поселение, рейдеры разбились по кланам. Около 40 игроков собрались в НКР, но и прилетело братство Стали, которое нас и аннигилировало. И за это я захотел им отомстить. Робот-помощник! 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 Ты живой? Стой, робот! А, ты не мой робот. Подождите, кого вы назвали? Робота-помощника? Ой, я знаю, слушайте, эти паршивые надуманы. Это сидят в своих убежищах. Кого там черти принесли ко мне на базу? Ко мне мой славный город. Кто ты такой? Кого ты представляешь? Я глава убежища 007. Он что, важная шишка? Если можно с вами переговорить, конечно, я бы хотел, да. Меня зовут Джеймс Маклейн. Огромные железные мужики пришли и расстреляли все убежище. Мне попали в башку, но я смог выжить. Рассказываю, у нас на горизонте появилась околовоенная группировка под названием Братство Стали. Мы с ним, мягко говоря, в очень натянутых, недружественных отношениях. Вот, и именно они перестреляли ваше убежище. Они... Вот же суки! Ох, срань господня. В общем, пройдемте за мной, Джеймс. Нужно отбить убежище любой ценой. Мы же
хотел сказать, да, наша разведка с воздуха передает то, что на нас планируется нападение со стороны НКР. Также я хочу напомнить, пройдемте за мной. Они расстреляли наших четверых людей. Какая жалость. Они нашу экспедицию расстреляли. Ладно, давайте лучше на другую пройдем сторону, а то тут что-то неудобно. Тут очень тесно. Вон, по этому мостику можно идти, смотрите. Дорогие мои три старейшины. Ну, уже два, дорогие мои старейшины. Ну, вернее, ты, я на сумме двое. Итак, ты робот. Я назначаю тебя новым старейшиной. Поздравляю тебя. Ну, робот такой хуйный. Только это не тот робот, который был. Вообще-то, на нас планируется нападение, как вы можете наблюдать. Я, смотрите, любящая 007. Братство Стали, они едят людей. Они варвары, их нужно всех убить. Вот что я хочу сказать. Их нужно всех перебить. Добрый они штурмуют нас! Они нас штурмуют! Так, я думаю, никто не рассердится, если я украду силовую броню НКР. О, да! Погнали! Вперед! 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 Да, сука! Вперед! Пошел! Ну че, погнали! Спускаемся пониже. Да мне все равно, у меня броня. Как стрелять? Ты умеешь стрелять? Стреляй! Стреляй как безумец! Нажимай на все кнопки, твою мать! Я жму на все кнопки! Осторожно, вертолет летит. Кажется, я его подбил! Как вести огонь? Какая кнопка? Блин! Ты куда Я выпал с кабины вертолета! Я тоже! Садимся в этот! Girls! Girls! Watch out! Watch out! Заклинило, сука! Стой! Меня заклинило! Стой! Меня заклинило, сука! У меня тоже заклинило! Стой! Так может быть это... Договоримся как-то? Да, сейчас. Договорился, ёпта. Навык красноречия повышен. Получайте, сука, ваш лагерь навара башу. Говорит смотритель убежища. Я свой. Нет, ты не свой. Слышу вас. Я взорву бомбу. Я расстреляю бомбу. Братство Стали, вы все ёбы! Я не хочу, они меня сами бесят, это Братство Стали. Итак, добро пожаловать на борт Иван Куланда. Прямо сейчас мы идем штурмом. Это марш справедливости. Да, я прилетел, чтобы вот так вот. Отойдите, веду огонь по зданию. Помогите, беседка меня съела, беседка. Вот они летят, уроды. Вы хотите сломать эту огромную ядерную бомбу? А у нас есть выбор. Согласен, нету. Вы разрушили мое убежище! Да нет. Суки! Какое убежище? Ты вообще кто? Меня зовут Джеймс Маклейн. Я смотритель убежища. Я украл силовую броню у НКР и пришел мстить вам. Как ты нас собираешься убить? Ты не видишь, нас тут много, ты один. Я взорву бомбу. Это холодильник, успокойся. Ну, скажи, ты понимаешь, это не бомба, это большой бойлер. Мы его почти открыли. Мы его сейчас откроем. Что будет, старейшина? Я смотрел инструктаж в Мултек, я знаю, как выглядит ядерная бомба. Это вы там совсем уже свои пустоши... Это бойлер! Какая бомба? Мы определились, это либо миксер, либо микроволновка. Это ядерка, я вам отвечаю. Миксер огромный. Я отвечаю. Это ядерка. Погодите, смотрите, я вам сейчас всем покажу, что это не ядерка, видите? И вот я сейчас сделаю раз, нет! Походу, это был не бойлер.
Пустошь поглотила всех. И братство стали, и НКР, и меня. Вот помните тех челов, которых я отправил в пустошь за компонентами? Их тоже она поглотила. И изнасиловали рейдеры. Так они и не вернулись. Все же правду говорят. Война. Война никогда не меняется.